Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Из больницы в коммунарке выписали 70 человек за сутки. Как сообщает ТАСС, главный врач больницы номер 40 Денис Проценко на своей официальной странице Facebook поделился, что на 24 марта на лечении в больнице состоят 412 человек. За последние сутки к нам поступили 29 пациентов, а выписаны 70 человек, подчеркнул Проценко. В сообщении отмечается, что в медцентре находится 156 человек с диагнозом пневмония, а с коронавирусом 82 пациента. Напомним, что по последним данным в России зарегистрировано 438 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, а 17 человек вылечились и выписаны. На этом у меня пока все. Больше свежих новостей на сайте mymsk.online. До скорого!